Продолжаем выпуск. Чистота в цене. За последний год значительно подорожали бытовая химия и средства гигиены. Это связано с тем, что большая часть товаров импортная. По итогам марта стиральный порошок за год подорожал почти на 7%. Средняя цена за 500 граммов осталась в пределах 500 тенге. Туалетное мыло выросло в цене больше, чем на 12%, и теперь стоит в среднем 176 тенге. Хозяйственное мыло обходится в 106 тенге. А парфюмерия вовсе станет роскошью. Она подорожала почти на 7%. В этом же перечне шампунь и зубная паста. Средство от кариеса подскочило в цене почти на 14%.